Потому что натуральный. Потому что свежий. Потому что вкусный. Потому что наш, тверской. Вкусные и ароматные колбасы от Дмитрогорского продукта. Покупай свое, тверское. Подобно молоточкам этого музыкального инструмента, живым словом задевают душевные струны своих почитателей поэты творческого объединения, которое так и называется «Струны души». Именно живым словом, звучащим со сцены, ведь это всегда нечто большее, чем слово печатное. Итак, сегодня мы говорим о поэтах и поэзии. С вами я, Ольга Коробова, и вы смотрите программу «Степень культуры». Диана, я думаю, именно вам, как основателю творческого объединения «Струны души», стоит рассказать, с чего же все начиналось. Творческое объединение «Струны души» существует уже 8-й год и поначалу позиционировалось как литературный клуб и базировалось на филологическом факультете ТВГУ. Тогда мы были еще совсем маленькие, у нас было всего 6 человек, и это были только поэты. Но со временем к нам стали присоединяться музыканты. Студенты с других факультетов и даже не учащиеся, талантливые люди. И таким образом мы сменили свой статус на творческое объединение и стали вот как раз официальным творческим объединением ТВГУ. Вы говорите, что сфера вашей деятельности расширилась. Скажите, кто сейчас входит в ваше объединение? Ну, сейчас в «Струны души» более 25 членов, и это не только поэты, это, конечно же, музыканты, авторы-исполнители, композиторы, танцоры, художники. Также у нас есть команда технической поддержки. Это звукорежиссер, ассистент звукорежиссера, фотограф, оператор. И такой состав позволяет нам работать в формате музыкально-литературного шоу. Я впервые взглянул на тебя по-другому. Без обманчивых красок эдемских садов. И отведал тепло настоящего дома. Непростую земную. Но все же любовь. Я вдруг понял, изгнание — мелочь, по сути. Нам не нужен ни Бог, ни бессмертие, ни рай. Мы свободны с тобой. Мы же все-таки люди. Нам не льстит безупречных небес мишура. Нам завидует каждый безгрешный крылатый нашей воле, великой любви и греху. Им так хочется выбросить нимбы и латы. Им уж все опостылило там, наверху. Но им страшно сорваться с насиженной ветки. Еще Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Не тот поэт, кто рифму плесть умеет». Скажите, кто в вашем объединении отвечает за литературное качество? За литературное качество в «Струнах» отвечает член Союза писателей России, автор 5 книг и более 500 статей, главный литературный критик Твери Александр Михайлович Вольник. А насколько он строг к вашим произведениям? Если честно, максимально строг. Порой, когда в наше объединение приходят новички, я по-настоящему боюсь, что они испугаются и больше не придут, поскольку требования к именно мастерству предъявляются у нас очень серьезные. Писать как-нибудь могут многие. Писать хорошо – это по-настоящему сложная работа. Самосовершенствоваться, работать над словом – вот одна из основных задач наших поэтов. Это застывшая форма слова, жесткая архитектура рифм. Это ты явно ждала иного? Не удивляйся, таков тариф. Знаешь, в стремлении воплотиться строки слегка изменяют тон. Словно теряется на границе некий таинственный флогистон. Словно рядятся в простые платья, переступая души порог. Жаль, но все то, что хотела сказать я, так и останется между строк. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, ваше мнение об объединении «Струны души». Ну, мое мнение о любом творческом объединении, оно, конечно, положительное. Потому что стремление к творчеству, тяга к творчеству, это нужно только поощрять. И я думаю, что «Струны души» в этом плане не исключение. Здесь, ну как бы это банально ни звучало, царит подлинно творческая атмосфера. С
одной стороны, люди хотят творить и творят не только в поэзии, но и в музыке, и в вокальном исполнении песен на стихи поэтов, членов объединения. А с другой стороны, они же хотят еще и учиться, повышать свое мастерство. А это вот желание делать лучше, не останавливаться на достигнутом, то есть, не исповедовать самодовольство. То есть вот я сочинил, это все гениально, и уже не подлежит никакой критике. Вот этого в струнах души нет. Есть желание творить и есть желание совершенствоваться. Человеку можно объяснить размеры стихов, деление на строф, на стоп и так далее. Научить каким-то самым общим приемам стихосложения, версификации. Он может начать делать какие-то упражнения, но вдохновение, подлинное творчество, собственное мировидение – это нужно, конечно, выстрадать, почувствовать, только потом воплотить в стихи. Поэтому и учиться писать нужно еще у классика. Но как учиться? Не так, чтобы вот посмотрел, как у Пушкина, у Есенина, там, у Маяковского, я написал точно так же. Нет, нужно посмотреть, каким путем идет этот поэт, как он пришел вот к этому результату, к этому гениальному стиху, а потом, опираясь не на его результаты, а на его путь, и идти тем же путем, уже осваивая свою проблему, свой стиль, свои образы. Наверное, где-то вот так. А коли от хворей обозбавилась, ему бы тотчас же понравилась. Такая тонко безразличная, такая ласково циничная. А так, раби, безучастный, и заливаюсь красной краской. Не от того, что я простужена, я им испытать простужена. Когда ты читаешь со сцены, нужно читать именно так, чтобы люди тебе поверили и услышали именно то, что ты хочешь им сказать, и увидели то, что ты хотел вложить в эти стихотворения. И после выступления, когда люди подходят и говорят слова благодарности, говорят, как им понравилось, я понимаю, что да, мы сумели, у нас получилось. Вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Расскажите об этом поподробнее. В последнее время в нашем репертуаре появились также и специальные концерты для детишек из детских домов и интернатов Тверской области. Мы вместе с вещами, которые удается собрать, привозим также и небольшой праздник, потому что ведь детям в детских домах порой важно не столько нечто материальное, сколько внимание. Но материальное, конечно же, тоже важно, и мы стараемся силами нашего объединения, наших друзей, так сказать, сочувствующих, собирать компьютеры. У нас наш замечательный фотограф. У каждого из нас наверняка найдется старый системный блок, который уже морально устарел и нам не нужен. Он собирает из нескольких компьютеров один по-настоящему хороший. Ведь в детских домах, это не секрет, компьютеры как раз являются дефицитом, поскольку они часто ломаются, а чинить их по большому счету некому. Так что вот чем можем, стараемся какую-то поддержку оказывать. Таких поездок на данный момент у нас уже 10, и, конечно же, мы будем в дальнейшем продолжать это направление развивать. Концерты – это хорошо. А где вы сейчас публикуетесь? Участие во всевозможных фестивалях и конкурсах – это возможность публиковаться в альманахах. Однако у «Струн души» есть и собственные книги. Это как в печатном формате, так и аудиокниги и видеоконцерты. Сейчас стали люди меньше читать, поэтому мы стараемся делать интересные проекты в новых формациях. Мы стараемся привлекать больше молодежи и студентов и тем самым доказать, что литература и авторская песня – это не скучно, а интересно и модно. Так мы работаем в музыке в форматах от джаза до рэпа. Этой песни места нет в радиовещании. Эта песня пылится со старыми вещами. По ней не будет клипов и криков, стоп, снято. Ее забудут и сотрут с мобильных аппаратов. Тут нет цитат и замудренных философий. Она горькая на вкус и черная, как кофе. Не взбодрит компании, достанет и загрузит, оставив мнение о том, что ее автор лузер. Крах этого текста был заранее предвиден. Целью дать понять, кто на кого в обиде. И даже исполнитель это признал, несмотря на то, что сам же все и написал. Но его сердце разбито, по любви утрачено. Она ушла так, как будто ничего не значила. И это порука банальная и типична по сути. Но каждый сам в своем сердце так любил или любит. Гастрольные туры, публикации, концерты – все это очень затратно. Кто спонсирует вашу деятельность?
Ну, для гастрольного тура наш университет нам любезно предоставляет транспорт. А если говорить о книгах, именно о книгах авторов, то в большинстве своем они издаются за свой счет. Увы, это реальность нашего времени. Но вот в ближайшее время мы будем делать альманах нашего объединения уже не за свой счет. Это очень радостно. Дело в том, что мы выиграли грант Министерства Российской Федерации вместе с университетом. И сейчас вот работаем в его рамках. Это также помогло нам закупить оборудование для профессиональной записи именно аудиокниг. А вы помните свое первое стихотворение? Дословно, к сожалению, нет. В раннем возрасте писались наивные смешные стишки вместе с мамой. И позже, более осознанные, появились лет в 13-14, и были они, конечно же, неразделенной любви. К тому же меня часто просили сочинить поздравления в стихах ко дню рождения или к какому-нибудь празднику. Для меня это тоже часть жизни, это те эмоции, которые накапливаются у меня в душе и вливаются на бумагу. Влюбленных взглядов первая декада завяжет наши дни морским узлом. И сладких встреч пастельная помада разбавит крепость лет простым теплом. Осенним вечером сухие штампы речи вдруг вспыхнут и приятно обожгут. В ладонях жизни путь тобой отмечу, отныне мой единственный маршрут. Согреться, повторяя слово «лето», куда верней, укутываясь в плед. Кого-то ждут счастливые билеты, а наше счастье, что обратных нет. Вы работаете в формате музыкально-литературного шоу. Расскажите об этом поподробнее. Музыкально-литературное шоу подразумевает под собой некий органичный концерт, в котором можно встретить не только, собственно, авторские песни и танцы, но и, соответственно, стихи. Причем стихи мы не просто читаем, мы делаем мелодикламации. Таким образом, возрождая традиции Серебряного века, мы применяем инновационный подход и делаем так называемые, условно между нами, 5D-стихи. Это значит, что стихотворение появляется на сцене в пятигране. То есть это сам текст, фоновая музыка, декламация, образ и работа с реквизитом. Конечно же, это позволяет гораздо глубже воспринять и понять стихотворение, донести автор, позволяет автору донести свою мысль до слушателя, до зрителя. Будем читать наизусть неизвестных поэтов, молча смотреть на море, обнимая колени. Утром, когда мы исчезнем за миг до рассвета, следом растают и наши хвостатые тени. Но это уже нечто современное. Я так понимаю, это многообъемность, некая, сказать, стереоскопичность видения. Вы знаете, если позволить немного истории. Вот после революции Владимир Маяковский был первым поэтом, который стал возрождать традицию звучащего со сцены поэтического слова. Сегодня, спустя много лет после того времени, появились огромные технические возможности. То есть возможность соединять и декламацию, и музыку, и жанр, артистичность, если хотите, даже некие постановки. То есть некая постановка, ну, декоративность, если угодно, вот особая декоративность. И вот все это в слиянии как раз, наверное, дает вот этот формат 5D. Вот эта вот объемность, вот это и есть некое ноу-хау, новинка, изюминка нашего объединения «Столовой души». Что обретает человек, который однажды пришел к вам? Струны души – это не только слаженный коллектив, но и школа. Причем школа не только творческая, но и очень во многом жизненная, поскольку здесь приобретают ребята такие навыки, как целеустремленность, ответственность, умение работать в команде, что очень важно, естественно, потом в дальнейшей жизни, в работе. Конечно же, не все остаются в объединении, поскольку за время существования через струны прошло уже больше 100 человек. Дело в том, что не все выдерживают той серьезной нагрузки, которую мы возлагаем, и постоянного требования самосовершенствоваться. Для кого-то эта задача непосильная.
Но есть и те, кто не только решает эту задачу успешно, но и ставит для себя дополнительные. Так, поэтесса Алексис, уехав в свой родной город Удомли после окончания университета в прошлом году, образовала там на базе школы, в которой она сейчас работает, свой литературный кружок, который уже за первые полгода своей работы активно проявил себя, и они участвуют в различных конкурсах, где занимают призовые места. То есть семена, закладываемые в струнах, уже дают свои всходы, что, конечно, для нас немаловажно. Знаете, литература – это та субстанция, тот предмет, тот процесс, который формирует человеческую личность. Это мировоззренческая составляющая любой мыслящей личности. Конечно, мы не можем похвастаться, говорю, такими оглушительными результатами. Мы не будем говорить, что наши концерты, народ ломится и что полны залы. Нет. Но люди начинают приходить, они начинают понимать, что такое литература, что такое поэзия. Они начинают приводить своих знакомых. И, пожалуй, это самое важное. Я думаю, что этот путь не пройдешь ни за один месяц, ни за два, может быть, даже за год. Но мы будем стараться, чтобы вот деятельность нашего объединения, она все-таки имела вот эту вот стратегическую цель – это вернуть народ к литературе, к ее чтению, слушанию, пониманию, то есть вернуть народ к слову, отвлечь его от каких-то вот эфемерных идеалов и от совершенно ненужных устремлений. Есть ли стихотворение, которое отражает суть вашей деятельности? Да, такое стихотворение, конечно, есть. Это строки небезызвестного Глеба Сафонова. «Усталый вечер томно ждет, когда свои откроет двери театр, и публика займет места, свободные в партере. Концертный переполнен зал, опять звучит со сцены слово, стихов и песен пышный бал царит над будничностью снова, и рифмы стройные парят, легко вплывая в вечер синий, и вновь стихами говорят в лирически святой России». Нам не страшно совершенно расплескать слова и ноты. Мы с тобой с той породы, что боится только плеть.